Так, значит, снимаю видео, чтобы показать, что такое парк в Канаде. Вот здание муниципальное. Тут можно зайти, сходить бесплатно в туалет. Там детская площадка вдалеке. Вот тут поле, на котором люди, кто сидит, кто чем занимается, кто-то там даже йогой занимается, если посмотреть. Тут очередная площадка, тут походу играют бейсбол, либо что-то такое. Вот, дальше люди. Это идет городской бассейн, бесплатный, для взрослых и детей. Работает где-то 2,5 месяца, так как у них лето где-то 2 месяца длится, а не как у нас. Вот. Дальше идет более привычный нашему глазу парк, где в основном дорожки, но есть свои особенности. Вот ребята сидят за столиками. Может, они не хотят, чтобы ты их снимал? Не знаю, пускай не хотят. Вот так вот все красивенько, культурненько. Вот. Мы вообще пришли сюда танго потанцевать. Вот, потому что тут каждую неделю танго еще танцуют. Вот, собственно, сам парк. Здесь куча столиков. И кроме столиков люди просто сидят на земле. Кто-то сидит на земле, на чем принес. Можно с мангальчиком сидеть, закрытым, либо открытым, с углями. Но без огня. Ну, можно с углями, можно. Вот, в общем, столы такие. Вот, это площадка, где-то танцуют танго раз в неделю. Вот, вот, кстати, пикник устраивают люди. Вот, ну, в общем, парк достаточно большой. Сквер, парк, мы скверами называли первое время такие места. Но теперь как-то парк привыкли парк называть. Называем парк. Ну, в общем, вот так. Все, думаю, для ознакомления. Все. Мне говорят, хватит снимать. Ну, раз хватит, значит хватит. Все, спасибо за просмотр.